В феврале на строительной площадке «Совалмаш» полным ходом шло создание рабочих площадей, монтаж инженерных сетей и выполнялись другие задачи. Внутри здание заметно обросло оборудованием, уже установленным на свои места. С арендованных площадей было привезено лазерное оборудование, начался его монтаж на территории ПКТБ. Был сформирован участок по сборке двигателей, следующий этап – пусконаладка, подключение, обвязка и другие работы. Специалисты продолжили работу по созданию лаборатории, которая будет запущена в первую очередь. В производственной части здания в феврале начался монтаж пожароустойчивых окон. Подошел к завершению монтаж межкомнатных перегородок. На территории склада монтировали стеллажи для изделий, которые будут произведены в ПКТБ «Совалмаш». В административно-бытовом корпусе строители занимались монтажом ливневой канализации и начали монтировать межкомнатные перегородки из гипсокартона. Продолжилось формирование лестничных маршей, запущено изготовление лифтов. Установлены трансформаторы, выполнено специальное помещение для них, смонтированы электрощиты. В здании выполняется разводка электросетей, подведение их к оборудованию. Снаружи здания продолжились работы с внешними инженерными сетями. Кроме того, стройплощадку начали освобождать от ненужных материалов, в частности плит временной дороги, которые будут отправлены на реализацию. В феврале компания Solar Group открыла национальное представительство сразу в трех странах – Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне. Компанию проект здесь представляет Марко Хубер Шейдбах. Он отвечает за продвижение проекта в регионе, организует офлайн и онлайн мероприятия, взаимодействует с инвесторами и партнерами в своей стране, выполняет другие задачи. Открытие национальных представительств дает импульс более интенсивному развитию проекта в этих странах. Всего представительство Solar Group теперь открыто в 27 странах. 23 февраля на популярном финансовом YouTube-канале «Финверсия» состоялся разговор о проекте и компании «Совалмаш». В прямом эфире у главного редактора Яна Арта побывал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Совалмаш» Александр Сударев. В эфире рассказали о сути проекта и ответили на самые злободневные вопросы о нем. Запись трансляции доступна на YouTube-канале «Финверсия». Первого февраля мы вновь запустили опцию «Подарок другу». Она позволяет приглашать в проект новых участников и получать за это до $125 в месяц. За каждого приглашенного в проект участника вы получите $5. Ваш друг получит $20, на которые он сможет купить инвестиционные доли. Условия опции доступны в личном кабинете разделе «Промоакции» инвесторам. Пользуйтесь, чтобы привлечь в проект новых инвесторов и поддержать строительство ПКТБ «Совалмаш».